Добрый день, друзья! Мы в коттеджном поселке Морской. Для нас сегодня счастливое событие, потому что мы искренне радуемся за наших новых жильцов. Сегодня мы идем с подарками традиционно. Они обещали дать нам новое интервью. Я думаю, вам тоже будет интересно узнать, как же живут люди в нашем коттеджном поселке. Идемте с нами, дарим радость! Мы на улице Земляничной. Клиенты въехали в дом 90 квадратов, и они нас уже ждут. Давайте постучим. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, какая красавица нас встречает. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, Стройгарант Анапа, мы с удовольствием поздравляем вас с новосельем. Дарим вам эти шарики и еще небольшие подарки от Стройгарант Анапа. Здесь фирменное полотенце и конфеты. Это все вам. С праздником! Большое спасибо! Слушайте, это вместо кота? Да. Вообще в новоселье запускают кота, а у вас такая красотища. 4300 километров. О, обалдеть! 4500! 4500 съехали в машине с ним. Друзья, мы вас еще раз поздравляем с новосельем. С тем, что вы заехали в этот сказочный дом, поверьте, вам не может здесь не понравиться. Откуда вы приехали, расскажите. Приехали из Томска. Там, где холодно. 4500 километров на машине. Вы приехали своим ходом? Да. На машине? Да. Здорово. Скажите, а вот вы обратились в компанию «Стройгарант Анапа». Вы знали, что земля здесь в СНТ. Это вас не пугает? Вот часто люди спрашивают, волнуются по этому поводу. Нет, не пугает. Не нам пугает. Изначально сказали, что это СНТ. Но мы выбрали дом. Это было в октябре месяце прошлого года. В октябре прошлого года? Нам понравилось место очень. Да, да, да. Близко пляжа, любой, галечный, песчаный. Но вы знаете, секрет открою, местные купаются в Благовещенке. Это самое чистое море, самый чистый песок. Обязательно, да, в Благовещенке лучше всего. Скажите, дом 90 квадратов, я знаю, что вы купили его в предчистовой отделке. Да. Да? Вы уже сами выбирали цвет плитки или плитка была? Нет. Нет, мы заказывали и плитку. Онлайн. Здорово. И люстры сегодня у вас появились шикарные, просто уже говорю, как в городском театре. Готовимся. Люстры классные, да. Классно. Скажите, а котел у вас уже на газу? Нет. Еще электричество, но будет переключение на газ. На газ. Да? Быстрее бы. Да, но вот нижние улицы уже газифицированы, по-моему, ну, только вот соседские тоже. Те улицы уже живут по 5-7 лет. Да, не, а вот с газом же и соседи наши все. Соседи уже с газом. Да. Просто еще здесь у нас задержка с документами немножко. Ну, и ничего, все сказали, это будет быстро. Да, да, да. Ну, это, дай бог, чтобы так было. Это вопрос времени. Но очень тепло. Теплый пол тоже уже работает или вы нет, его отключаете? Нет, не работает. Пока ну, вы подключаете потом. Будет подключить, тогда будет тогда работать. Тогда включите теплый систему теплый пол, да. А что планируете садить на приусадьбе? В новом участке уже есть какие-то планы? Вот что расти должно обязательно? Только фруктовые деревья. Обязательно, да. И все. А виноград, чтобы вино? Обязательно. Вот это нужно, да, это обязательно нужно. Скажите, ну вот на этом этапе, вот вы уже заехали, вы не пожалели, что Стройгарант Анапа, что обратились именно в нашу фирму? Нет, из тех районов, будем так говорить, из тех поселков, которые сейчас ведется строительство вокруг Анапы, в октябре месяце, приехав сюда, мы были здесь в военном санатории. Отдыхали, да? Нашлось время поездить. Я объездил здесь очень много поселков. И Натухаевки, и Гастагаевки, и Жуковки, и Суспсех, и Витязево, везде много объездил. Самый лучший поселок по планировке, по размещению домов, по обеспечению коммуникациями. Самое лучшее. Благоустройство, да. Это однозначно. Я с вами согласна. И сразу же с первого дня какое-то расположение к фирме просто-напросто получилось. Мы приехали один раз, нам Константин показал все дома, какие здесь есть. Второй раз приехали, все рассказывают. С юристами мы встретились, все показали. Все это... Здорово. Нет черных пятен. Просто-напросто нам так показалось. Хорошо. Сам директор фирмы вашей, Павел, как... Анатольевич. Павел Анатольевич, да. Вот спасибо ему. Мы передадим обязательно, ему будет приятно. Спасибо в том смысле, что он пошел к нам навстречу,
в вопросах рассрочки по уплате этого дома. Молодец. Здорово. Это здорово. Здорово вообще, да. И чувствуется, что люди вникают в нужды тех покупателей, которые хотят сюда переехать, и идут им навстречу. Хороший руководитель, молодец, правильно делает. Спасибо. Народ спасибо. Потянется к нему. Другой еще и будут покупать здесь. И мы подтянемся. И потому что мы будем говорить, рекламировать. И, конечно, гости к вам будут приезжать. Места много, 90 квадратов. Да. Будут? Так будут. У нас 5 внучек. Обалдеть. Конечно. Скучно вам не будет и летом. Очень большая родня. Ой, классно, это здорово. Ну, мы вас поздравляем. Спасибо. Пожелаем вам счастья в вашем доме, чтобы тепло всегда было, чтобы погода в доме, главное, была хорошая. А на улице у нас всегда хорошая погода. Все, когда мы сделаем, в мае месяце приходите. Еще раз снимем, когда уже все стол, будет. Накроем стол и сделаем еще в два раза лучше. Женя, запомни, съемку. Нас пригласили. Приглашаем. Вот тогда здесь увидите все. Спасибо, друзья. Спасибо вам большое. О чем мы мечтаем и что хотим сделать. Я представляю. Учитывая то, какие люстры сначала, что будет дальше, тот будет вообще сказочный дом. Мечты сбываются. Мечты мы сбываются. Мечтали о доме, но на не здесь. Хотели в Сибири, но резко передумали и приехали сюда. Что-то в жизни нужно это менять, даже если ты вышел на пенсию. Конечно, вы сделали правильный выбор. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, мы пообщались еще с одной счастливой семьей, которая обрела свою крышу, свои стены, свою крепость. Дом на юге – это реально. Стройгарант Анапа исполняет мечты. Обязательно позвоните нам, если вас заинтересовало именно Морской, именно этот сказочный коттеджный поселок. Это ваш вариант. Мы подскажем, объясним, проведем экскурсию. Позвоните нам, друзья. Вы на канале Стройгарант Анапа. Пишите, ставьте лайки. Мы всегда с вами. Пока-пока.